Пресс-служба московского зоопарка поделилась кадрами с валяющейся в луже капибарой. Видео появилось в телеграм-канале учреждения. На кадрах крупный грызун с особым наслаждением катается по траве в уличном вольере. Зверек наслаждается вышедшим после летнего дождичка солнышком. После капибара вылезает из лужи и греется под лучами, ожидая, пока шерсть высохнет. Все бы так умели наслаждаться жизнью. В комментариях под видео сотрудники учреждения иронично подчеркнули, что всегда приятно беззаботно поваляться в луже, даже если есть личный бассейн.